Мехагодзилла – робот-двойник Годзиллы с огромным арсеналом вооружения и вместе с Гидорой обычно считается заклятым врагом гигантского ящера. В своем дебютном появлении Мехагодзилла изображается как инопланетный злодей, противостоящий Годзилле. В последующих итерациях Мехагодзилла уже изображается как рукотворное оружие, предназначенное для защиты Японии от Годзиллы. Предлагаю вашему вниманию все победы и поражения робота Годзиллы из фильмов. Впервые Мехагодзилла как инопланетное оружие появляется в фильме 1974 года «Годзилла против Мехагодзиллы». Первоначально битва этих двух гигантов заканчивается ничьей, поскольку ящер тяжело ранен, а робот вынужден вернуться на базу для ремонта. После ремонта Мехагодзилла сходится сразу с двумя противниками – Годзиллой и Королем Цезарем, которые совместными усилиями побеждают инопланетного захватчика. В финальной сцене Годзилла отрывает роботу голову. Мехагодзилла был восстановлен в следующем фильме «Террор Мехагодзиллы» 1975 года, где объединяется против Годзиллы с титанозавром. Однако это ему не помогло. Годзилла вновь отрывает голову роботу и взрывает его атомным лучом. В 1993 году в фильме «Годзилла против Мехагодзиллы 2» Мехагодзилла вновь сходится с Годзиллой в Киото, где вроде бы сначала побеждает. Однако гигантский ящер пропускает через робота высокое напряжение, тем самым обезвредив его, а затем уже одерживает верх. Огонь в двигателе! В следующей схватке Мехагодзилла, оснащенный дополнительным орудием Гаруда, побеждает Родана. Затем Мехагодзилла с помощью той же Гаруда в тяжелейшей схватке все-таки побеждает Годзиллу. Далее смертельно раненый Родан жертвует своей энергией, чтобы возродить Годзиллу, которая получает новое мощнейшее атомное дыхание и побеждает Мехагодзиллу.
фильме «Годзилла против Мехагодзиллы» 2002 года робот получает имя Кирю и мощнейший апгрейд в виде оружия абсолютный ноль. Первая схватка двух гигантов закончилась ничьей, так как у Кирю произошел сбой и он начал атаковать город. В финальной схватке Кирю все-таки воспользовался новейшим оружием, пушкой абсолютный ноль, и заставил Годзиллу отступить. Правда, сам робот очень сильно пострадал. В фильме «Годзилла Мотра Мехагодзилла Спасите Токио» 2003 года Кирю в очередной раз вступает в схватку с гигантским ящером, однако был сражен атомным лучом. В финальной части фильма две личинки Мотры окутывают в кокон Годзиллу, после чего Кирю выносит его подальше из города и падает вместе с Годзиллой в океан. Следующую победу Мехагодзилла одерживает над своим извечным соперником в фильме «Годзилла против Конга» 2021 года. Гигантского ящера вовремя спасает Кинг-Конг. Далее Мехагодзилле пришлось сразиться с двумя противниками сразу, и этот бой он проиграл. Годзилла заряжает топор своим дыханием, позволяя Конгу полностью уничтожить Мехагодзиллу.